Ты как беспокойся. Нет, серьезно. Сегодня не надо будет. Чего? Так, ну я не понимаю. Я не люблю, когда меня снимают. Там были танцы, да? Мы... Ну, пока мне ничего не сказали. Алексей просит с кассетами подойти. Я уже ему отдал кассеты. Ну, не знаю, он тебе сказал, что пришли. Сережки мои сними, Сережа. Да сейчас сниму, успокойся ты, что ты прям. Сережки мои сними. Так нечем вы занимаетесь вообще? Да эти румяна вали. Все, хватит уже всех снимать, только энергии не хватит. Вот смотри, Тамара. Вот смотрим сценарий. Тамара. Добрый день, Тамара. Добрый день, Тамара. Добрый день, Тамара. Что у нас здесь? Которая умна, благородна и, конечно... Хватит снимать, выключай. Слушайте меня внимательно. Значит, там... Хватит уже, когда вас начинает представлять... Там будет неси камеру. Не держать. Не держу. Ну, я как ее выключу теперь? Не надо, а выключить это так. Твое лицо. Да швы у вас прям серьезные вообще. Ты что там щечешь? Все еще могу, ты чего? Ай, тикай. Ногами. Ну, Леша, перестань. А, язык как гуси. Гуси язык. Алексей, я тебе сказала. Сейчас еще раз снимешь и получишь. Гуси язык. Ваня, ты здесь можешь на букву П сесть? Ну вот так вот, сироту, можешь сесть, если не распорться? Знаешь, распорться. Вот так, смотри. Тут раз закрывай, беги со спины. Вожакова нет. Лифчик отпал. Тихо. Дима, все спокойно. Все к вечеру что-то стресса на колени.